Конструкция и принцип работы дифференциального регулятора уровня 300 FLDI. Клапан 300 FLDI состоит из следующих элементов: поплавка, корпуса, пилотного регулятора, мембраны, пружины, запорного диска и штока. Запорный диск имеет уникальную форму, благодаря которой происходит линейная характеристика регулировки во всем диапазоне работы. В клапане 300 FLDI отсутствуют трущиеся под углом части. Ось штока ходит строго вертикально. В результате потери на трении минимальны, исключается закусывание оси. Данный клапан управляется поплавком, который закрывает клапан, когда вода доходит до максимального уровня, и открывает, когда уровень воды достигает установленного минимума. Клапан устанавливается на трубопроводе наполнения резервуара. При этом поплавковый кран, который обеспечивает управление клапаном, устанавливается внутри резервуара. Рассмотрим принцип работы клапана 300 FLDI. С помощью поплавка устанавливается максимальный и минимальный уровни воды в резервуаре. Клапан остается в закрытом положении до момента, пока поплавок не опустится до минимально установленного уровня. Когда уровень воды становится ниже этой отметки, открывается поплавковый кран, который обеспечивает удаление воды из управляющей камеры клапана. Клапан открывается, и происходит наполнение резервуара. По мере наполнения резервуара поплавок начинает подниматься и постепенно закрывает поплавковый кран, по которому вода уходила из управляющей камеры. Управляющая камера клапана снова наполняется водой. Клапан начинает закрываться, уменьшая подачу воды в резервуар. Когда поплавок возвращается на прежний уровень, управляющая камера полностью наполняется водой, мембрана выгибается вниз, и запорный диск закрывает клапан. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.